Приветствуем вас на канале Wolfix, и в этом видео мы покажем, как настраивать список MarketWatch и рассмотрим основные его функции. Итак, кликнув по кнопочке Chart на панели управления, у нас открывается график, который уже залинкован со списком MarketWatch. Кнопка Link позволяет слинковать список MarketWatch с открытыми окнами. Подробная инструкция по настройке линковки доступна на нашем канале, ссылка будет в описании. Для того, чтобы добавить новый инструмент в список MarketWatch, вводим тикер в поле поиска и далее одним кликом добавляем его в список. Если мы кликнем правой кнопкой мыши по тикеру, то здесь мы можем добавить пустую строку на график, удалить все тикеры с watch-листа, передвинуть тикер выше либо ниже по списку, удалить конкретный ряд, либо поменять его цвет. Итак, добавим пустую строку на лист, назовем ее US Tax, и таким образом мы можем создавать watch-листы по категориям. Добавить несколько тикеров по разным категориям и так далее. Далее, после того, как мы создали watchlist, мы можем его сохранить в меню Setup. Save Symbolist, указываем имя. И далее он будет доступен для загрузки в меню Load Symbolist. Если нам нужно несколько watchlist'ов, то мы можем открыть второе окно MarketWatch в меню Component, Statistics, MarketWatch. И таким же образом настроить watchlist, либо подгрузить уже готовый. Также можно открыть графики, которые уже залинкованы. Либо слинковать этот список MarketWatch с другими окнами Wolfix. И далее рассмотрим основные настройки списка MarketWatch. Setup. Clear Symbolist позволяет очистить меню поиска тикеров, которые уже мы искали ранее. Далее Change Columns позволяет настроить отображение колонок, которые нам необходимы. Symbol Lookup — это функция поиска инструментов. И настройки списка MarketWatch. Здесь мы можем изменить Shift, либо изменить некоторые цветовые настройки. На этом у нас все. Если у вас остались вопросы по настройке списка MarketWatch, просим обращаться в нашу техподдержку по контакту в описании. Благодарим за внимание и хорошего дня.